С чемпионским размахом и никак не меньше «Уралгуфк» встречает гостей на своем 40-летии. Пьедестал, особенно олимпийский, он, конечно, с фанфарами, с красной дорожкой, с цветами. Вот маленькое повторение, потому что сегодня наши студенты, преподаватели, наши выпускники заслуживают такого внимания. Вы знаете, я впервые, и я думаю, что по случаю праздника это надо все так делать. Потому что каждый человек, кто учился, кто учится, достоин, чтобы пройти по красной дорожке. Еще одна всемирно известная студентка Уральского государственного университета физической культуры Светлана Ишмуратова признается, к званию магистра и аспиранта хочет прибавить еще и звание преподавателя. Если меня Леонид Михайлович возьмет, у него просто очень жесткая конкуренция, очень много очень сильных преподавателей, поэтому тут уже, если он возьмет, я буду только рада. Ежегодно единственный на Урале спортивный вуз выпускает более 2000 бакалавров, специалистов и магистров по 40 видам спорта и направлениям лечебно-оздоровительной работы. За эти годы вуз набрал хороший спортивный темп, пройдя путь от филиала Омского института до университета. 40 лет нашему вузу исполнилось. И, пользуясь случаем, я хотел бы весь коллектив «Уралгуфка» поздравить с этой замечательной датой. 40 лет – большой срок для человека, но для учебного заведения это только начало. Всего лишь быстрый старт для новых золотых медалей. Юлия Анфалова, Василий Швачко, СТС, Челябинск.